1 сентября пойдешь в садик? Да. Тёма в школу, Лика в садик, Алина в садик. Да? Папа вас поведет. Да, впервые в жизни, да, в парк пришли всем семейством. Чё, Тёмка, поехали? Угу. Чё, вообще нету там этих? Пойдёмте. Может, там, где сцена-то, там, может быть, есть эта ровная дорога? Нет, там никакой ровной дороги, а такая же. Точно такая же? Да. Тогда печалька, конечно. Мама, я увидела круглую горку. Ну, тогда жди Ваню, вот тут вот жди Ваню и положишь. Парк декабристов. Идем, идем. Топ, 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 топ. Ликуся спускается, да? Колокола бьют. Мама. Речка. Тура. Ликуся. Цветочки. Ты давай за маленькой смотри. За нашей малышкой. Ликуся, туда не ходи, там упадешь. Вот сюда иди, Лика. Лика, нет, 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 Ликуся, иди сюда, вот горочка. Иди вот сюда. Вот сюда иди. Мама, я скатилась. Ага, молодец. Сейчас Лика прокатится, и я тебя посниму. Ой, доча, ловить ее надо, а то потом и пошла. Угу. Ну что, нравится тебе эта горка? Да. Хоть у нас в Туринске, да? Ликуся, не ходи, тут упадешь. Стой, Бубух, тут упадешь. Бубух. Поехали, Лика. Там-то она не упадет, куда пошла. Алина, а ты во вторую садись. Поехали вместе. Вместе поедем. Жди, жди Анжелику-то. Опа! Что, это классно, да? Я пошла на горку пожирателей. А здесь что, опасно? Нет, будет? Здесь может попробовать. Сюда писел. Грязная здесь горка. Грязная, не надо здесь. Вот эти штуки лазят тут.
Угу. Приехал сюрприз, да? Тёма, отойди, она прокатится. Давай, давай, он ушел. Поехали. Тёма, уйди. Тёма. Тёма, да уйди ты. Мама, хочешь, нет. Мама, смотри, мама, что там внизу. Да, там можно лазить. А можно мы потом еще туда сходим? Конечно, можно. Пап, а можно мы еще потом налазим? Тёма. Поехали. Давай сейчас едь. Тёма, вот видишь, я же тебе говорила, тут асфальт. Вот здесь-то можно тебе на скейте было кататься. Вон, видишь, здесь сколько? Маленькая траектория. Ну и что? Ну вот, а мне надо больше. Ну хоть столько. Дома у нас вообще нет, сколько нету. Мама! Молодец! Я пойду собираться. Мам, я пойду по этим вешалкам. Вешалкам? Снимай. Давай, давай. Счастье. Ку-ку. Она ее встала, но это же теперь не кусит. Она ее как будто бы не видит. Давай, поехали. Поехали, поехали. Давай. Так, вот она опасно как-то приземлять. Что, опять упали. Ну, на облом, а ты взял. Ну, значит, ты, наверное, сейчас едешь, купишь воды. Да? Поехали, доча. Поехали! Зю-з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 ю. Как классно, классно, классно. Все? Ну, иди сюда. Поехали! Ю-ху! Здорово! Считай ты. Поехали! Вот приехала Ликонька. Чё, стукнулся, Тём? Чё у тебя с головой? Ты ударился? Сильно? Об чё? Опа! Это чё за барба? Давай ручки отряхнём и всё. Всё пройдёт. Песок бы, блин, сделали тут. Сук все равно мягче. Вообще. Вот она где. Давай, поехали, Тёма. Какой Тёма маленький. Ты тут? А тут можно посидеть, мам. Угу. Угу. Отдохнуть, да? Мама. Мама. Смотри, сюда сфоткаю тебя. Топ-топ-топ.
А сейчас мы все вместе поедем. Мы с Тёмой идем до магазина. Вон там вот гречка. Ура! Я хочу там покупаться. На грязную мне нельзя купаться. Тёмке очень жарко. Ну, мы все вспотели, да, сына? В общем, пошли покупать что-нибудь попить. Угу. Тут вот такая вот церковь. Тяжело с 10, потому что тут как бы вот такая вот горка, гора. Вот этот парк, парк декабристов. Ой, нам еще идти. Идем. И у нас, жалко, кстати, что не взял с собой скейт такой вот. Вот тут бы поехал, да? Тучи, кстати, у нас идут. Да, видно, нет? Вот. Тучи такие. Хоть бы дождь нас не настиг, не достал. Я хочу в это время гулять, чтобы это... Я люблю, когда дождём. Солнце так печет и очень-очень жарко нам. Скажи, когда дождь придет, погуляем. Ну, конечно, нет. Идем, тут такие эти заросли, кусты всякие. Пожалуйста. Так непривычно мне идти Туринске и снимать видео. Мама. Нет, потому что я же вообще в Туринске не гуляю. Все дома. Да, дома. Все домашнее видео. Мама. Сына тут меня отвлекает, всякую ерунду мне говорит. Сбегу, под дождем буду гулять. И по жопе получать. Я тебя накажу. Под дождем нельзя гулять. Пойдем. Не мамой. Ну, пожалуйста. Тёмка уж так оброс, подстригать тебя надо. Да, мама. Надо записать его. Ну, пожалуйста. Парикмахерскую. Мама, на стрижку. Ну, пожалуйста. Чё, Тёма, едем домой? Алина. Да, наконец-то. Наконец-то. Хорошо погуляли в Туринске? Да, плохо. Почему? Да, Алина. Ликуся, ты счастливая, да? Счастливые только девчонки, пацаны что-то не очень. Ну, они тоже ничего. Мяло сейчас будет крепко спать. Мама, ты сейчас крепко спать? Анжелика? Тебя поснимут? Ма, подмигивает. Молодец, Алина. И Тёма. Анжелика еще не в теме. Еще не понимает. Покажи, как ты пьешь. Вкусный сок? Тёма, смотри, у нее там полная, или она выпила чем-то. А, Ваня, хотела тебе сказать, поехали. Всё. Мы в магазине. А? Мы, говорю, в магазине. Куся. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Сейчас тебе надо будет еще думать. Нифига, гремит. Ну-ка, поверни задом. Да, сзади вот, видишь, что-то вот. Ну все, ладно, не берем ее. Давай другую красную. Давит небо чернеющим смогом, и на работе.
найти по ходу проблемы. Все, приехали. У нас вечер. Артема ничего не снимала, ничего не хочу. Артема хочет показать игрушечки. В общем, покупки, да, там мы Ване купили кое-что, вещи. Не знаю, если он согласится, я потом покажу вам с примеркой на нем, что мы купили. Купили мы ему две футболки и штаны. Такие, как бы, спортивные. Вот, сейчас покажу игрушки. Как же без игрушек дети не смогли? Почему я пройти бы смог? Без игрушек. Почему остаться? Я бы смог? Угу. Ты уже скажи, такой более взрослый, да? Взяли мы Алине вот такого свинку вот. Пеппу. Цыпленка или что-то. Свинку Пеппу. Он вроде Мишку светится. Мишку Кокусянли. Это кому? Из Ешки. Это тебе? Это тем, кто играет в Геншин. Такая вот жмякалка. И еще третья где? Это Анжелики. Это шалун тот же самый, только другим цветом. Угу. Анжелики вот этот взяли. Алина выбрала побольше, потому что, ну, он, в принципе, там был еще... Я хотел тоже такого шалуна, но взял вот. Ну, потому что тот стоил... Тот вообще 500 рублей стоил. Я такая думаю, ну нафиг, не надо нам такое счастье. В общем, вот этого взяли за 200 с чем-то, а эти по 100, по-моему, тоже с копейками там. Ой, в общем, вот. Ну что, пришлось взять. Тёма, не порви, пожалуйста. Пускай хотя бы недельку поживут. Тёма. Не порвутся. Вот, украшения. Чё украшения? На пальце. Угу. Ну и сейчас покажу вам покупки небольшие. Это для мужа. В общем, такую белую футболку купили. Что-то я не помню, сколько она стоит. Такая надпись Armani. Вообще по качеству она хорошая, прям такая плотненькая, тоненькая, не просвечивает, знаете, такие бывают тонкие просвечивающиеся. Ну, в общем, мне она очень понравилась. И как она на Ване сидит, очень красиво, свободно, удлиненно, потому что он же высокий, и ему вот короткие футболки вообще некрасиво. А вот это вот очень хорошо, мне понравилось. И вот такая вот вторая футболка Пума. Да, нужно, конечно, все погладить. Точнее, постирать сначала, потом погладить. Не знаю, Ваня что-то на плечики сразу развесил. Ой, в общем, вот. Ценники я вот, к сожалению, не помню. Примерно помню, что вот это где-то в районе, может, 600 рублей. А это где-то около 1900 с чем-то. Ну, в общем, вот. Купили ему такие две футболки, выбрали. Вот это по качеству, конечно, похуже будет. Ну и цена, конечно же, у нее соответственная. Ну, так, в принципе, неплохо. В общем, мне они понравились, ему тоже. И еще спортивные штаны взяли ему. Вот такие вот штаны спортивные. Здесь такая надпись. Интересный такой типа рисунок с обметкой. Тут резиночка. Я очень люблю, чтобы вот тут была резинка. Мне очень нравятся именно такие вот штаны. Типа манжетика, да, так вот. А когда вот просто прямые, не знаю, вот не нравится мне такая мода. В общем, вот. Мне и детям нравится, чтобы у детей были такие же штаны. У меня... У Вани. Ну и Ване тоже, кстати, нравится вот именно с резинкой. Всё, буду заканчивать влог. Ничего толком вам не показала, не поснимала. На улице у нас тепло. Вроде не жарко. Хорошо так. Все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. До новых встреч.